Всем привет, бродяги, с вами я, сталкер-баннерщик, это сталкер онлайн, МСК-сервер. Я на караване, продолжаю выживать, сегодня 20-й день моего выживания. Мне сталкер пишет: привет, отшельнику, не отвечал еще. Да, я еще пока жив, сейчас мне предстоит трудная дорога. Трудная дорога до западного респа, я планирую дойти туда и выжить. Труп. А значит, где-то здесь был рядом сталкер. Да. Планирую дойти туда поверху. Поверху минимум отдаление вот именно от стенок. Ну, постараюсь вот прям по краю карты пройти. Все-таки здесь более-менее безопасно. Конечно, вот есть тут и мутанты. Не хочу, чтобы меня заметили, но все-таки по бурам, конечно, лучше стрелять с сайги. Патронов на 102 мне просто может не хватить. Хочу дойти до западной точки респа, сохраниться там. Так, вроде спокойно. Узнать, какие там цены вообще. Ну, посмотрите, что да как там. Давно меня там не было. А потом уже решать, чем заниматься. Собирать артефакты или, допустим, охотиться на боров. Может быть, на боров будет выгоднее поохотиться. Не знаю, посмотрим. Части боров у меня с собой есть. Некоторые, да? У меня с собой еще есть 3 медальона на зрячих ведунов. Есть что предложить сталкерам. Ну, перекупам, которые там будут. Примерно как-то так. Главное дойти. Дойти и выжить. Это основная цель моя сегодня. Поэтому я отправился в ночь, да. Ночь сегодня звездная, не так темно будет, но зато меня будет не так хорошо видно все-таки. Костры разводить я не планирую. Давайте посмотрим карту. Идти мне, конечно, долго. Долго, как видите. Очень долго, но весь караван пройти не так уж просто. Может быть, не получится за одну ночь это сделать. Посмотрим, не будем загадывать. А пока продвигаемся вперед. И вот я нашел еще белый гриб. Вау. Вы достигли определенного количества. Выкинем то, что нам не нужно. Блин, костер, конечно, бы развести, приготовить пару грибов, но я думаю, не стоит. Надо перекусить. Попить воды. И перекусить немножко. Плюс у меня есть еще, конечно же, антиграф бета, который я добыл недавно с ведуна. Поэтому продавать мне есть что. А заодно посмотрю, что там за сталкеры сейчас тусуют. Какие цены, то есть прикину, да, как что. Ну, понятное дело, главное дойти до туда. И не умереть. Если я умру, я опять окажусь на восточном респе. И предстоит мне идти по новой. Так. Да, стрелять, конечно, неохота, но раз уж мутанты на пути. А тем более боровы. А выстрелить придется. Так сказать, демаскировать себя. Пока спокойно все. В принципе, здесь-то не особо сложно, не особо опасно идти по краешку. Вот по мере продвижения вперед, именно к базе, там уже будет опасно, да. Там придется продвигаться шустрее и незаметнее. О, не заметил. Откуда он сверху спустился? Да, набор спустился сверху. Пришлось его убить. Да ё-моё. Два использования маленьких аптечек не срабатывает. Ладно, разделаем. Так, а тут у меня ничего не отмечено. Нужно поставить метку. Б.
Боровы. Чтобы знать. Да, эта местность мной не изучена. Здесь я почти не бывал никогда. Максимальное количество. Блин, надо что-то выкидывать. Я даже не знаю, что выкидывать. Но давайте мясо выкинем. Так, мясо. А это не мое мясо? Или мое? Нет. Тут кто-то был. Блин. Опасно. Опасно, но идти надо. Так, может быть, как-то срезать? Нет, лучше пойдем по краешку. Заодно исследуем места, посмотрим, может быть, тут где-то есть полянки с грибами. Ну, а почему бы и нет? Нападай на меня. Ладно, пока вроде все спокойно. Но мои выстрелы, конечно, с сайги слышны издалека. Кто бы спорил. Но выбора нету. Здесь открытое место. Давайте поставим, понаблюдаем. Мутантов видно. Двинем. Так, ну что, наверное, тоже боров. Ну, убью, конечно. Главное в темноте в аномалию не влететь. Дождевик. Ну давай. По ногам ему. А, нет, можно и в заднюю часть выстреливать. Так. Опять максимальное количество персонажей. Да ё-моё. Нужно что-то выкидывать. Ну, вроде все нужное. Выкидывать ничего не охота. Давайте вот аптечку вот эту используем. Никогда не думал, что у меня будет передоз аптеками. А вот сейчас это и случилось. Действительно, аптек слишком много маленьких. И уже складывать некуда. Да и всех остальных вещей тоже полно. Смотрите, еще один гриб. О, хорошее место. Грибы и боровы. Так, двигаем дальше. Ну, это место мне знакомо, я тут как-то пробегал. Так, впереди вот кто у нас? Тоже боровы? Я не знаю. Сейчас убьем, посмотрим. Да, тоже боров. Все, вспомнил я это место. Бегали мы тут как-то. Со сталкерами вот эту. Гору. Кусок горы, не знаю, как это назвать. Помню я. Вспомнил сейчас, пробегали мы тут по какому-то квесту. Кажется, мы тавра искали. Сталкера такого. А вот, опять не могу взять. Так, возьмем клык, ногу и сало. Сало съедим. Да, помню тут. Тавра точно бегали, искали. Давайте сделаем фото на память. Эпичное место. Красивое, кто бы спорил. Все, двинем дальше. Двинем дальше. Блин, да тут этих боровов просто красота. Ну что? Ах, не успел, не успел. На. А нужно что-то выкинуть. А что выкинуть? Вроде все нужное. Землянику. Обойдусь без земляники. Да, конечно, землянику можно съесть, но я могу и мясо приготовить. Этого тоже добра тут достаточно. Ноги и клыки боров будут важнее. А, отлично, двигаемся. Вроде спокойно. Так, ну что, у меня уже 15 клыков и 12 ног. Так понемногу, глядишь, и наберу. Интересно, поскольку же скупы берут все эти части?
Ладно, дойдем узнаем, где-то здесь еще трупик Борова валялся. Неразделанный, вот он. Так, ну что, нахожусь я в квадрате Ч2. Ох, идти мне сколько еще. Вот здесь ни разу не был. Да, а вот тут уже пошли метки, здесь уже места изученные более-менее. Так, выкидываем свинец, выкидываем мясо. Я так думаю, нужно... Раз, два, нет. Еще рано разводить костер. Грибов еще маловато, поэтому двинем дальше. Боровов здесь вроде больше нету. Облучение. Так, стоп. Аномальные поля. Пауки. Да, конечно, если я увижу артефакт, я его подберу, но сейчас цель, конечно, не артефакты, поэтому стараюсь просто пробежать эти места. Блин, здесь опасно вообще ходить. Ну, опасно, конечно. А кто бы спорил? Опа, подосиновик. Добавлю метки, грибы. Не зря все-таки пошел в ночь. Ночью не так опасно. Блин, еще один подосиновик. Вот нашел еще одно местечко. Всякие листы подорожника я не буду собирать. Так, ладно, двинем. Мне нужно найти такое место, где будет ложбинка, чтобы развести костер и приготовить грибочки. Чтобы не занимали они место. Да, примерно как-то так. Да, даже пауков стреляю с сайги. Ну, патроны есть. Не хочу лишний раз убирать оружие. Все-таки опасно. Пока будешь убирать еще, убьют тебя 100 раз. Кабанчики всякие. Да ладно. Пару пуль на пауков потратить не жалко. Сталкер мне пишет. Привет тебе, сталкер. Но отвечать я тебе не буду, чтобы не спалиться. Ну и, конечно же, лишний раз, чтобы не отвлекаться. Поэтому я со всеми здороваюсь, но не отвечаю. Последние дни моего выживания сейчас идут. Меня могут выслеживать сталкеры, которые хотят меня убить. Поэтому лишний раз я светиться не хочу. Боров. Вот я впереди смотрю. Боровы тут. Давайте поставим метку. Вот здесь я вот ни разу не был. Тут еще вот какой-то закуток такой непонятный. Блин. Конечно, исследовать зону интересно, но не сейчас, когда у нас есть цель. Посмотрим. Будем мимо проходить, если ничего такого опасного не будет. На первый взгляд, то зайдем. А если будет, то не будем. Смелый кабанчик. Сталкер пишет. Ты тут? Нет, нет меня. Я шифруюсь. Ну ты что? Ох, ты прям подставил мне свой зад. А, крупный кабан, блин, это крупные кабаны пошли уже. Мне неинтересны. Итак, ну что, давайте зайдем сюда. Я не знаю, что меня там ждет, что там вообще такое, что за закуток такой непонятный. Но мне интересно. Я хочу туда зайти и посмотреть, что там такое. Опа, грибы. Так,
Гриб мухомор. Неплохо. Так, землянику не будем брать. Ну что, двинем. Блин. Как-то опасно здесь, конечно, находиться, но... Но действительно, в этом месте я никогда не был. Никогда сюда не заходил. Поэтому для меня это в новинку. Блин, я же сталкер, да? Нужно все это изучить. Сначала разделаем Борова, конечно же. А потом двинем. О, масленки. Да тут неплохая полянка с грибами. Давайте не будем пока торопиться. Мне сталкер пишет, если нужны будут то-то, то-то, то милости просим. Спасибо, сталкер. Если что, воспользуюсь твоим советом. Опа, еще грибок. Я думаю, пора развести костер. Еще один сталкер пишет. Неизвестно, может быть это друг, а может быть это и враг, поэтому отвечать я никому не буду. Сейчас действительно идут последние дни моего выживания. А просто-напросто опасно. Опасно отвечать. Блин, ну ты залез. Ну и как теперь я тебя там буду доставать? Я сам-то туда залезу. Оп-оп-оп-оп. Да, дошел, смотрите. Поднялся. Вот здесь более-менее место спокойное. Тут меня не видно. Да, можно здесь развести костер и немного отдохнуть. Конечно, грибы. Грибы, конечно, требуют жарки. Во. Перегруз. Так, ну что у нас с кострами тут? Костер для начала нужно скрафтить. Максимальное количество. Да ё-моё. Ну, это лучше. А лучше уж так, чем... Чем когда что-то не хватает. Согласитесь? Лучше пусть будет больше, чем... Меньше. Поэтому крафтим костер. И, конечно же, а где-нибудь здесь вот его прямо и разведем. Супер. Так, грибочки. У меня два мухомора уже. Ладно, грибы пока жарятся. А мы пойдем сейчас вот сюда, вот в этот пятачок. Что тут творится, что тут вообще происходит? Для меня это будет в новинку. Ну вот, грибы готовы. Все. Тушим костер и двигаемся дальше. Ягоды. Ну это я выкидывал. Так, так. Древесина. Откуда ты? Откуда кабан? Я не вижу его. Он издает звуки, но... Смотрите! Кабан в подвешенном состоянии. Вы когда-нибудь это видели? Тут что-то творится. Я даже не знаю, стоит ли мне туда идти. Двинули. Итак, я где-то оказался, где непонятно. А, вот я где оказался. Как раз вот в этом непонятном месте. Где я, кто тут и что тут творится, я не знаю, но... Но это место нужно исследовать. Вау. А тут и явно какие-то мутанты должны быть.
Ну не просто же так. А может быть здесь никого нет? Может быть это рай для сталкеров? Куда сталкер может зайти и отдохнуть спокойно. А, ну пока я никого не вижу. Блин. А это что такое? Подземелья какие-то. Ё-моё. Это явно стоит изучить. Какое-то потерянное место. Кто тут вообще? Тут ни кабанов, никого нету. А, какие-то дырки в земле, в пространстве. Непонятно. Какая-то запретная территория. Так, я вижу аномалию впереди. Так, это не аномалия. Стоп. Это телепорт. Да. Это какой-то телепорт непонятный. Я оказался. А ну-ка, давайте здесь зайдем. Да, я опять в том же самом месте. Блин. Ну, в общем, какое-то место, какое-то замкнутое пространство, которое наполнено телепортами, кидает с одной дырки в другую. Есть, конечно, еще, наверное, самый главный выход, вот через который я заходил. Давайте попробуем там выйти. Ну, ничего здесь интересного нет, кроме как необычного места. Вот. Оно необычное, да, но что тут? Ничего тут нету. А просто какой-то потерянный участок зоны. А заходил я через вот это место. Да, вот через этот телепорт. Попробую через него и выйти. Если получится, конечно. А может быть, и через который ты заходил, ты не сможешь выйти. Может быть, нужно искать другой выход. Я не знаю, но в любом случае подняться тут и не получается, да. Или получится. Давайте попробуем. Странное, конечно, место, но интересно. Интересно, но подняться не получается. А я так понимаю, нужно искать выход. А нужно искать выход именно в других телепортах. Один из которых, скорее всего, выведет меня наружу. Да, наверное, так он и сделает. Ладно, ну я думал, тут какой-то супер мощный мутант, но здесь никого нету, нужно покидать это место. О, где я оказался. А ну-ка, если так. О, где я оказался. А если еще раз так? Вот так меня и кидает из стороны в сторону, я попал в какую-то заколдованную местность. Пузырь, да, можно сказать, подпространственный пузырь. Для зоны это обычное явление. Вот теперь осталось найти тот телепорт, который меня выкинет отсюда. Так, а там я был уже. Давайте попробуем еще раз. Попытка не пытка. Я оказался в середине. А сейчас, если здесь прыгну... Блин! Я, короче, заблудился. Все. На этом, сталкеры, я с вами прощаюсь. Я буду жить здесь. В принципе, для меня, для выживания, оптимальный вариант. Меня здесь никто не найдет. Выбраться отсюда я сам тоже не могу.
Еда у меня есть, вода есть, развлечения, ну, не знаю, буду пижму выращивать. В общем, как-то так. На этом все, сталкеры. Всем до встречи. Всем пока. Если я выберусь отсюда, мы с вами, конечно же, увидимся. Если нет, знайте, сталкер-баннерщик находится тут.